Так, ребят, давно мы не виделись. В общем, всем привет. Покажу на бой на мастера на ПТшке британской, премиум на ПТшке 8 уровня. Та, которая сейчас начала в коробках попадает, с лутбоксов, так называемых. Мне как-то повезло, и мне выпала эта ПТха. Ксор. Так называемая. Ух ты, а что это у меня так? Игра свернулась почему-то. В общем, бой, видите, можно сказать, все в топе. Играем с семерками. Ну что, пока я пошел на встречу. Я решил их встретить. Потому что, ну, как обычно, кто-то ездит. Падает вниз, потом поднимается. Или ПТ-шка отстреливать можно, потому что... Две ЛТ-хи плюс еще. ПТ-х не так много, но вариант есть. Шанс есть попасть по ним. ПТ-ха очень лютая, на самом-то деле. Очень лютая. Карает. Карает очень страшно. Это заметил просто сразу борща. Мягкую цель. И откидался по борщу. Может быть, немножко тороплюсь сразу кидаю, не до конца сводясь. Есть такая небольшая слабость у меня. С барабанами, кстати, надо стараться немножко не спешить, потому что обычно, когда барабан раскидываешь, надо немного всегда дождаться, потому что после выстрела обычно прицел немножко разброс большой. Надо сводиться, дождаться. Потому что у меня на этом танке нет ничего такого на сведение. У меня стоит вентиль, механизмы эти сведения, которые дают... поворот и разброс движения уменьшает. И просветленочка. Играл с таким же набором, только вместо просветленки у меня были рога. Но посмотрел, и получилось у меня, что можно и с просветленкой. 450 метров мне получится обзор. 45-50. Сейчас уже на данный момент 50. Так, ну что, откидон произошел. Тут я хотел уже поехать помочь тяжам. И вовремя засветилась ЛТ-ха. Но я единственное, что боялся вылезти, потому что можно вообще подставиться. Хотел выкурать. Что интересно, у меня еще барабан, помню, заряжался. О! Он только сейчас показал, что он зарядился на самом деле. Я помню, что я еще не успевал зарядиться, поэтому я по нему не стрелял. Глюк реплея. Ну тут, конечно, будет не у нас такое интересно. Значит, это Белтайхи. Он, походу, такой еще не без лампочки. Потому что он 100% светится. Тут повезло. Тут реально повезло. Он мог уйти. Я не знаю, как он, наверное, там врезался во что-то. Да, он в гору врезался. Ага. Тут в каком-то смысле бой, в этом бою арта очень решает. Три штуки, это, конечно, блин, жестко очень. Тут тоже хочу уехать, и опять кто-то опять появляется. Последнее время начал пробовать блайндить на этой ПТ-хе, но, ребят, не рекомендую. Потому что если бой немножко затяжной, то у вас снарядов может тупо даже не хватать. Конечно, не было у меня такого, чтобы я вообще в ноль снаряды все выкидывал. По мне блайнд кинули, прикиньте. Жестко. Я решил тоже блайнд кинуть. Потому что я знаю, откуда примерно кинули. Но, увы, ни один не вошел. Раз мимо. Там два, скорее всего, мимо. Скорее всего, но не факт. ТТ, кстати, не помню, надо сравнить еще. Ну все, по идее, больше некому ехать. Максимум Хелкет может все приехать. Что еще могу вам сказать про эту ПТ-ху? У этой ПТ-хи хорошая маскировка еще. Если у вас есть экипаж с маскировкой Брастом, то
Это очень хорошо. На этом танке, не знаю, можно ли это назвать танком, в общем, в экипаже хорошо приветствуется, на самом деле, очень маскировка, братство и на обзор перки. Все остальное, в принципе, не столь важно. Ну да, еще, может быть, отчаянный зашел бы, потому что очень часто у меня оставалось там в районе 100 хп, 100 с чем-то, чуть меньше 100. Как раз отчаянный врубается, и очень даже это дает какой-то буст, потому что КД 40 с чем-то секунд, это, блин, вот это самая такая больная боль, сказано. Это боль, кстати, единственная такая боль у этой. Смотрите сейчас, какой будет эпик. Эпик, блин. И специально заходил дальше в жопу, чтобы, блин, на автомате не попасть в каток. Попал в итоге в каток, блин, без урона. Да, еще катаю, как видите, опять же, на огнетушителе. Я хотел сначала пробовать на допае, чтобы, ну, КД уменьшится, опять же. Плюс стабилизация, все остальное, ну, сами понимаете. Но я подумал, блин, почему бы и нет? Это ПТХ и так довольно-таки дорогая в обслуживании. Снаряды, кстати, по штукарю стоят. ББшки просто. А голда, блин, 4 с чем-то, 4 500, 4 800 штука. Потому что голда здесь лютая. 320, если не ошибаюсь. 11, 20, 20. Прикиньте, на 8 уровне 20 голда. О, момент. Рокоточек. Рокоточек. Бай-бай. Пофиг, что мне один снаряд он вложил. Это стоило того. Ну вот, 5 фрагов, 300 уже есть. Вот это, кстати, 3 куска урона, это, в принципе, его хороший, как сказать, хороший, ну, в принципе, хороший показатель. Такой вот урон, в принципе, вам надо всем держать, чтобы более-менее росла ваша хорошо этот отметка и все остальное. И фарм будет более-менее хороший. Так, что еще? Побои? Побои. Еду на деф. Еду на деф. Бой надо как-то тащить. Стабилизация, видите, довольно-таки, да? Разброс такой довольно-таки большой. Но нет ничего такого больше на слабу для этого танка. В принципе, только вентиль и этот новый механизм, который идет. Больше ничего такого нету, чтобы стабилизацию уменьшить. Да, дупай, но вон, про дупай еще я же не договорил. Танчик горит. Танчик чуть ли не в каждом бою у меня горит. Так что или играете очень аккуратно, или, блин, не знаю, или с огнетушителем. Я стараюсь зачастую играть как полу СТ, поэтому, ну, как барабанная СТ в каком-то смысле, поэтому я не решился оставить допай, и плюс хочу что-то на этом танке фармить. Ну, вот еще почему я разговор завел, опять же, об огнетушителе. Ушел немного от темы сам. Запутался. Тут я думал, что кто-то нажмется, но в итоге нет. Плюс еще думал, там 32 когда светит. Не нашел сушку разбирает арта. Под тремя артами это вообще, конечно, нереал. Ждал, ждал, я не дождался, поэтому я поехал вниз. Я, по идее, должен был не. Да, я поехал вниз и хотел 75-ку забрать. Да, еще нюанс. У этого танка дуло не поднимается. Я бы сказал, почти вообще не поднимается. Это предел. Вот сейчас поднимаю вверх, это предел. И очень тяжело бывает. Вот сейчас, если танк засветился бы, я бы, наверное, ничего бы не сделал бы. Надо искать какую-то низинку, кочку поднимать себе. Но он его убил все-таки. Рискнул своим здоровьем. Начало боя более-менее отработал. Сейчас ждем. Ну вот, я пишу в чат, мне маякует, где арта стоит примерно.
Ксор, кстати, чем-то похож на Борсика. Чем-то похож. По геймплею в каком-то смысле. Или даже, может, не на Борсика, может быть, даже чем-то на Футюра, чем-то, кстати, похож. Да, даже, наверное, на Футюра больше похож. Единственное, что между выстрелами, когда быстрее. А так, кстати, да, на Футюра чем-то похож, только немножко, может, медленнее. Да, кстати, да, где-то так вот есть, кстати, Футюр, только на 8 уровне. Там же тоже вроде в районе 40 секунд, когда, если не ошибаюсь. И пробитие, кстати, у Футюра тоже хорошее. Они, кстати, да, вообще похожи. Угу. И, кстати, танчит он так же, я бы сказал, как Футюр. То есть броня как бы есть, как бы нету. Очень такое рикошетная башня, поэтому очень часто бывает не пробои проходят, то ли рикошеты. На этом танке, блин, танчил, наверное, штуки две. И не раз причем. Первая арта. Вторая. И тут смотрите, моя ошибка. Послала КД. А у меня, блин, ББшка стала две штуки. Я внимания не обратил. И, кстати, который раз замечаю, такое случается. От голода, кстати, меньше, так сказать, 12 штук. Как-то многовато. Я думаю, два барабана вполне хватит. И тут я понимаю, что у меня сейчас я замечу, что у меня, блин, басная заряжается. Не помню, успела заряжать. А, нет, я заряжусь. Тогда уже замечу. Голду плевать, серьезно, здесь. Дорогое удовольствие. Так, блядь, два снаряда, ёшкин кот. Заново. Ну, как-то не знаю. Я думал, что, скорее всего, сушка останется на базе где-то. Но не думал там, где она вот, где я ее найду, что она там будет стоять. Конечно, она мне подарок хороший сделала, сушка. Видите? Кстати, смотрите, обратите внимание, что просветленка делает. И маскировка, да? Но он же, скорее всего, на рогах стоит. Меня не засветил. Даже после выстрела, кстати. Может быть, он без рогов он был? Потому что он, по идее, должен был не засветить. Портал 6, кстати. Смотрите, 7 фрагов. Если бы не арта, то была бы у меня медалечка на 8 фрагов, да? Но жаль. Ну что, результат? 4... 430 плюс Н8 9600. Очень даже так довольно-таки неплохо. Единственное, что это я играл с семерками, с восьмерками. Сейчас попробую найти результаты боя, как-то вам показать. Так, где ты есть, друг мой любезный? Ну вот. Так. Ага. Почему-то... А, ух ты, ни херах себе. Ни херах себе. Вот это вообще жестко. Да жесть. Сорян, что-то у меня тут опять все криво вышло. Четыре, да, бывает, не зашел вообще никакой. К сожалению. Ну, команда почти в ноль ушла, наша половина команды почти с нулем. Единственный бизон здесь был более-менее с результативным побои. А так...
Как-то слабенько, да? Ну, такое бывает, что поделать. Так, ладно. В принципе, все, что там еще показывать? Больше там показывать нечего. Ну, в общем, такой, в общем, танчик, на самом деле. Танк, кстати, классный. Мне нравится. В принципе, не зря вкинутые деньги, скажем так. Время, усердие. И в последнее время я сейчас на нем накатываю очень часто. Танчик приятный, очень приятный. Так, наверное, все. Больше способов сказать нечего, наверное. Еще раз повторю, кому интересно. Вентиль. Эти улучшенные не приводы на лодке, а это новый модуль звук называется. Ну, вы увидите, там всего лишь две штуки, которые есть на сведении. Чтобы на месте он ворочался быстрее и на ходу, чтобы прицел не так разгонялся. Чуть не заплетается, устал, да. Приводы эти новые, вентиль и просветленка, если у вас более-менее экипаж вкачан. И обязательно, как говорится, must have. Сначала, наверное, все на маскировку, потом братство, и потом все на обзор желательно. И будет очень так довольно-таки приемлемый мир, потому что у него маскировка получается, то, что мне стоит без допая 32. Это очень довольно-таки хорошо. Это очень хорошо, я бы сказал. Так что рекомендую поставить так, наверное. По-другому, наверное, и никак не выйдет. Можно пробовать играть еще с рогами, но у кого экипаж слабенький? Вентиль, рога, сетка. У кого экипажа, наверное, нет. Пробую так играть. Но он как этот, как кемпер, где-то стоит на кемпе, пробую что-то. Не знаю. Это надо больше пробовать им агрессировать, чтобы команду более-менее тащить, потому что из агрессии он может команду тянуть на дно. Будет откидываться в итоге. Так, ну чисто на защиту, если играется, ну как-то так. Ну, им надо более-менее агрессивно играть, тогда будет результат какой-то хороший. По мне так. У меня может быть такой более-менее геймплей. Чуть в последнее время странно, как-то у меня видеокарта дергается на рельефах. Я заметил. Не понимаю, что это. То ли видюха накрывается, то ли что-то другое. Видите? Это перекат. Странно. Ладно, ребята, все, всем спасибо за внимание. Покеда. Bye-bye.